Всем здорово. Продолжаем The Surge. Я прошел вот там всех этих мудачков, которые были там, чтобы время не затягивать. Решил вне записи это сделать. Сейчас разберемся с этим урюком. Он не дает мне, сука, энергии. Эти роботы не дают энергии. Как можно драться в дальнейшем? А, хотя дает этот, второй дает, а первый что-то нет. Так, да, прошел я там. Дурачков этих. В предыдущей серии я упал вот здесь вот. Так тупо, что просто не могу. Фух, я думал, сейчас будет то же самое. Так, что? Куда дальше? Наверное, сюда на подъемник. Но для начала заберем... Там он какой-то... Пирамидка какая-то. И только что я взял... А, улучшил я себе оружку, которую взял у того робота вот этот вот. Но она какая-то очень медленная. Очень мне не понравилось. Замахивается. Ну хотя вроде мощно лупашит, но хуй не знаю. Мне вот вроде вот это вот больше нравится. И подобрал только что какой-то имплант. Там лежал недалеко. А вот этот вот. 30% запасает энергию, предотвращает ее спад ниже 30. Ниже 30% это где-то вот там, где значок бота стоит. Это приблизительно 30%. Стоит ли он того, чтобы его устанавливать? Я не думаю. Тех из. Это у нас оздоровитель версия 3. Такой у нас есть, по-моему, да? Да, таких у нас, блядь, много. Туда стоит идти? Ну, думаю, нет. А, вот открытая херня. Значит, стоит зайти сюда. Блять, ну тут огнеметчик. Кстати, я почитал все-таки, как менять цель. Буковкой X она меняется. Ах ты ж, сука, ах ты ж, сука, на тебе. На тебе, покушай. А не того, ты, ёпта. Огнеметчики очень опасные. Там сзади еще один мудила, да? Ну да, похоже. Да все, хорош, заканчивай ты, блядь, дуть свои дубы. Уходи, уходи. Еще что я хочу сказать, что я пока сюда дошел, потратил к херам все свои вот эти хилки. Еще оздоровительная инъекция. А, это инъекция уже. Только у меня тоже, по-моему, есть. Че, ты подойдешь, нет? Или я сейчас опять упаду из-за тебя? Пойдем попробуем этого отмудохать. Бомбочки свои бросает. О, как-то вот пополнилось оно у меня. Но я не понимаю, как. Перезаряжается. Он еще, сука, ты посмотри на него. Так, надеюсь, это какой-нибудь шорткатик. Похилиться не могу, значит, заряжу робота. Давай посмотрим, куда приведет дверь. Тут бот лежит. Я уверен, он встанет. Мне сюда надо зайти, потому что это тупик. Да встает, встает, он дергается, смотри. Поговорить можно? Папочка? Можно мы уже пойдем домой? У меня нога болит. Мэнди какая-то. Где мой папа? А папа говорит мне не разговаривать с незнакомцами. Мэнди? Так, значит, ты Мэнди? Да. Откуда ты знаешь, как меня зовут? Тебя папа прислал? Да, твой папа прислал мне. Я Уоррен, твой папа прислал мне. Он очень за тебя переживает. Почему ты не позвала его? Потому что так бы он меня нашел. Меня... Разве ты не знаешь, как играть в прятки? Он сердится на меня? Мне так жаль. Я свяжусь с ним. Он придет и заберет меня. Ты в порядке? Ты в порядке? Что с твоей ногой? Мы вместе с папой играли в прятки с другими людьми. Но они играли нечестно. Когда они нашли нас, они ударили меня по ноге. Но я ударила в ответ. И они убежали. Правда, я не смогла их догнать.
Они играли нечестно, и они мне не нравятся. Мне пора идти. Будь умницей и жди здесь, пока папа тебя не заберет, хорошо? Сука, с роботом разговаривает, как с каким-то детем. Что хочу сказать, очень интересно. В первый раз, когда я проходил игру, я, по-моему, не нашел Мэдди. Или нашел, но я ее отпиздил. Вот честно, не знаю. Как-то не сохранилась у меня в памяти эта информация. А, это я открыл вот этот вот шорткат, который... Сюда. Все, там больше, по-моему, ничего не было. Давай теперь... Что вот это там красное сверкает? Блять, опасно. Оно того не стоит, это красное. Ничего оттуда я не пойму. А, сука, так же ж хочется. Да, я говорил, что нашел, как переключаться между ботами. Но ничего тут нету. Наниты просто какие-то или еще что-то там. X нажимается и переключается цель. Всего лишь нужно было зайти в настройки, почитать управление. А я, блядь, сколько серий уже ебусь над этим. Сколько раз уже вздыхал. О-о-о! Назад! Можно голову ему снести. Ого, ого. Сука. Нормально так напихивает робот. Я хорошо так потерял. Шортката никакого не открыл. Сейчас быстренько. 70 кусков. Нормально. Давай сейчас быстренько прибегу. Потом все это вырежу, но оно не нужно, да? Правильно? А, не, сейчас давай поговорим. Прости, Мэдди. Все будет хорошо. Папа все исправит. Все в порядке, папочка. Пожалуйста, не грусти. Нет. Нет, это неправильно. Я должен был быть рядом. Я так скучал по тебе, цветочек. Так скучал. Я тоже скучала, папочка. Ты мне дашь какой-нибудь ништяк? О, господи, у тебя получилось. Спасибо, спасибо огромное. Ты не представляешь, что это значит для меня снова увидеть ее, снова обнять. У нее сломана нога, эти ублюдки сломали ей ногу. И я никак не могу ей помочь. У меня нет ничего, нет, чтобы ей помочь. Что нужно, Мэдди? Не знаю, выглядит все довольно плохо, мне придется полностью ее переделать. С инструментами проблем нет, но чтобы подобрать подходящую замену, мне нужна новая нога. Это может оказаться непросто, или я ее достану. Я даже в душе не буду ее искать. Ну ладно, я ее достану. Мир был бы куда лучше, будь в нем больше таких людей, как ты. Это твоя дочь? Да, это Мэдди. Ты ей, кстати, очень понравился. И она мне нравится. Что ж, это отлично, потому что мне она тоже нравится. Спасибо за все, без нее я умру. Бэдди, все, что у меня осталось. Или без нее я что-то там. Не успел я прочитать. Итак, я завершил это путешествие длительностью в одну секунду для вас. 5 минут для меня. Так, спрыгиваем назад. Я хочу все-таки голову у него забрать, если получится. Если он меня опять не отмудохает. Не получилось ни голову забрать, и он меня чуть не отмудохал. Зато забрал свои запчасти. Да блять, какой же ты мощный, сука. Пошел нахер. Прям не могу. Сил нет. Очень, очень напихивает. Надо искать, блядь. Че пищишь? А вот че. Ой, тут вот. Куда забрал? Харвестер. Похерел? Верни. Это мое было.
какая-то записулечка. Я проследовал кое за кем до исследовательского отдела, старалась не попадаться на глаза. Я боюсь. Они атаковали все, что двигалось. На вид они нормальные, но как тут разберешь? Добравшись до исследовательского отдела, я поняла, почему они такие злые. Это был первый раз, когда я смогла приоткрыть завесу здесь, в Крео. Теперь я об этом жалею. Решение — ложь, теперь это очевидно, но на самом деле все еще хуже. Там занимается новая кибернетическая программа, создают каких-то франкенштейнов, просто жуть. Если в прессе об этом узнают. Кроме того, тут проводят исследования нанитов. Правда, тут я не очень поняла, что к чему, но она не перестает твердить, что я должна найти правление. Это помогло моим кое-что решить. Мне кое-что решить, и что там было в конце написано? Так, инвентарь, журнал, записи, где я нашел? Не то, чувак, не то, ты не то прочитал. Надо было вернуться в оперцентр, не то. Проблема только в том, не то. Проблемы с нанитом никогда не исчезли, не то. Определенный прогресс. Точки превращаются. Бля, где это? То, что она только что. Даже не верится, что я еще в прошлый раз сказал. Даже не верится, что после стольких лет, после всего, что это доктор Час сделала. Че, блядь? Куда-то оно запропастилось. Ладно, но более-менее большую часть я прочитал. Да, это я уже когда-то читал. Так, хорош там резать вены. Так вот, пару разочек ударил и отошел. И ему хорошо, и мне... Ой, блядь! Блядь! Не тот, сука, имплант использовал. Надо вставить себе два таких. Чё я хожу как дурачок с одним, блядь? Постоянно экономлю эти три импланта. Три заряда, вернее. Кто-то здесь долбится башкой. Повышение выносливости. О-о-о-о. Повышение выносливости. Версия 5. Это хорошо. Это можно спрыгнуть вниз, я так понял. Куда я попаду, неизвестно. Так что давай сходим сначала сюда. Давай сходим посмотрим, что ж здесь. Там роботы уже ходят. Прекрасно. А это ж прям там, где медицинский центр стоит. Вот, я прям под ним. Над ним, под ним. Он, вернее, подо мной. Я там, если спущусь вниз, как же я поднимусь туда сюда наверх? Да, ну сюда. Раз. У тебя. Пошел. Чем рычит как человек, если он робот? Ты безголовый, блядь. Как ты это делаешь, если башки нет? Забрал запчасти, забрал протей. Похилился. Успел. Там за стенкой, наверное, пищит. Да я открою лифт. Нет, я думал лифт вниз и туда. А это лечение, это хорошо, лечение это классно. Так, надо не забыть, вон я вижу желтенькое, вон на той трубе. И надо не забыть потом сходить туда, там где можно спрыгнуть вниз. Сучка, тебя напищит. Картиночки какие красенькие, Бамблби. Ну, почти Бамблби. Это просто экзоскелет. Огр. Или как она, бронь называется для экзоскелета. Вообще, что здесь называется экзоскелетом? То, что... Ой-ой, режет. Ну, по-моему... По-моему, экзоскелет это то, что
На мне вот это... Да успокойся ты. Кто сейчас успокоит? Вот это светлая, которая. Роба. Это экзоскелет. Ну и там всякие поршни к нему. А это уже сверху красная рысь, которая броня для экзоскелета. Получается так. Бля, я дико извиняюсь, но, сука, с горлом что-то. Прям не могу. Будьте так добры. Простите меня. Я не со зла. Оно само, оно как-то само. Что-то рычит, блядь, хрипит. О! Да сколько вас тут будет? И чё вы тут шорхаетесь? Получил, блядь. Блок, ебало. Они собирают, походу, материалы всякие. А я у них их пищу. Ой, не хочется мне сюда идти. Ой, как не хочется. Потому что это спрыгивание вниз, а я потом сюда не заберусь. Где я здесь выйду, я понятия не имею. Кажется, что я сейчас открою проход сюда. Ага, хер там, там надо только... Блядь, куда? Сюда сходить? Либо сначала туда спрыгнуть. Сюда, чтобы дойти, очень надо много потратить времени. Блять, что делать, что делать, как же быть? Возможно, я там сейчас обойду вниз и приду сюда, и открою и эти двери, и там двери туда. Да, давай попробуем. Че нет, че метаться с угла в угол, тратить время попусту, если можно здесь. У меня один. Один, сука. Я могу пойти, конечно, подхилиться, взять там лечение. Но у меня один еще имплант есть, и это не такие уж и сложные чувачки вроде. Они медлительны. И у них такой, как и у меня, да? О! О, медлительный приехал. Добьем, добьем, потому что, блядь. Я думал, все. Пизда хана. Фух, мне тупо повезло. Я просто... Фу, очко жим-жим, блядь. 24 куска. Бежать далеко. Запись номер один, дата неизвестна. Это доктор Лоренс Мёрфи. Начинаю наблюдение. Они внутри меня. Я их чувствую. Я уже начал замечать первые изменения. Кожа на правой ноге чешется. Появилось жжение. Текстура ткани начала меняться. Под ней появились небольшие твердые черные точки. Некроз. Я мог бы попытаться остановить процесс, удалить пораженные области, но я полагаю, для этого уже слишком поздно. Процесс затронул мои внутренние органы, вызвав мутации на клеточном уровне. Охуеть, это они, походу, ввели себе какие-то наниты или что-то в этом роде. В этом роде, блядь. Что у них за костюм, я не понимаю. Обычная рысь? Ну да, получается обычная рысь. Как-то я сильно пробил его. О, стоит, стоит. Хуй тебе, блядь. Пока этого ударим. Как четенько он мне под бэкстепчик попался. Прям идеальненько. Вставай, вставай, я знаю, что ты станешь. Зарядить надо бота, потому что он очень меня выручает. Так ты видел, он его толкнул под меня, а тут спиной стал, я ему еще в спину зарядил, блядь. Пистон. Там наверху пищит, а за углом здесь. Это ж... Это что было? Он упал? Ч
чё, он отъехал? Странно. Чё, просто отъехал? Да, это сейчас так и будет. Я там сейчас поднимаюсь, открываю дверь насквозь и открываю дверь направо туда, к себе в медицинскую станцию. Очень бы хотелось. Ой, огнеметчики, блять. Бесите у меня. Нет, так не надо делать. Ух ты ж, ёптыш. Огонь. Ожидаем огонь, пока спустит. Бота надо распиздячить. Я хочу себе такого бота. Он, наверное, хороший. Сюда можно пройти? Нет, сюда нельзя. Это я отсюда пришел. Тут дверь поломана. Тут можно открыть как раз шорткат, тот, о котором я говорил. Да, вот на медицинскую станцию. Хорошо бывает, как в лупаши ворон. Бывает, и не дождешься нормального удара. Да бей ты, чё ты промахиваешься, дружище? Ничего не выпало с него. Зато отсюда сейчас выпадет. Нормально там у меня уже насыпало, так, наверное, этих запчастей. О, да, это я пришел. Вот. Вот этот сюда б я, наверное. А что, куда сюда? Что это за место? Пошел-ка я вернусь. Потому что там я не знаю. Там надо. Надо разведать. Я не все разведал. Нет, не сюда. Точно сюда. Наверх, потом туда направо-налево. По коридору. И там я открыл дырку в полу. Можно было, конечно, зайти на медстанцию. Это занимает очень много времени. Так, вот сюда. Пополнить можно. Да, пополнить. Я, наверное, пополню. Мало ли что там. Мало ли какие там ждут меня приключения. И вон туда можно спрыгнуть. Не разобьюсь это. Это потом, я оттуда, когда буду возвращаться, вот отсюда. Там еще выше, да, можно как-то пройти. Но для чего? А, нет, нельзя. Оно там вертикально. По 90 градусов торчит. Это не оно. Это я отсюда пришел. Музыка напрягает. Если слышно вам, то оно очень напрягает. Я здесь был. Я помню этого долбящегося чувака. Вот там я захожу, вот тут дверь. Я отсюда выхожу, спрыгиваю вниз, он там долбится башкой. И туда я прохожу дальше. Я не буду сюда спрыгивать. Я потрачу еще больше времени. Может и нет. Может, так я быстрее бы вышел куда-нибудь. Сюда тоже не буду спрыгивать. Пойдем туда, откуда пришел. Потому что здесь кое-что лежит. Чуть не упал. Обосрался уже. Дизингибитор. Дизингибитор. Давай посмотрим, что за дизингибитор. Я там еще взял для выносливости. Надо сейчас пойти поставить все. Я вроде там позачищал. Здоровье восстановлено. Две таких надо поставить ячейки. Выносливость плюс 26. А сейчас у меня стоит
Плюс 22. Но все же зависит от заряда моего энергоблока. Еще. Передачу. Получение энергии, восстановление выносливости. Когда сотрудник оказывается при смерти, выносливость начинает восстанавливаться быстрее, а при успешных атаках вырабатывается дополнительная энергия. Когда я остаюсь при смерти. То есть это у меня ХП, наверное, где-то, если взять 10%, где-то вот здесь, наверное. Или где-то вот здесь. Или ХЗ, я вообще не знаю, как это при смерти. Нет, что такое при смерти, я знаю, но сколько должно оставаться ХП? Мне не понятно. Это здесь можно запрыгнуть, чтобы не убиться. И это место я тоже помню. Тут надо пробежаться и спуститься, потому что там, блин, сколько. Это сейчас встанет. Поехали сюда. Не хочу с ними драться, у меня очень много запчастей. Мне надо вернуться на медстанцию и продвигаться дальше по сюжету. Так очень много времени я потерял. Так, тут робот. Чувак, я тоже так умею. Но ты умеешь блочить, а я блочить не умею. Безбаш. Обезбашенный чувак. В двух смыслах. Ну, все понятно, да, где я вышел? Сейчас. Сейчас прям будет медицинская станция. Этих двух можно было подкоцать, забрать. Собрать запчасти, вернее. Вопрос. Где бы мы не найти ногу для этого робота? Это нужно еще раз промчаться по тем местам, где я уже был, и найти эту ногу. Либо отправиться в какое-то новое неизведанное для меня место. Давай посмотрим, у меня тут голова есть. 4000 стоит. Плюс 30 расход энергии дрон. Ого. Плюс 30. А обычная моя голова. Плюс 4, минус 4. Защита 6. Защита 8. Ой, не знаю, не знаю. Расход энергии плюс 30. Это дохера. Минус 50, вот это жесткое. Но у меня потом, если я сделаю эту голову, у меня слетает мой набор. Пока сохраняю. И можно пару раз апнуться. Раз, два. И когда там открывается? 50. Давай еще раз. Неплохо. Могу. Экзокостюм улучшен. Хорошо. Могу вставить какой-нибудь себе. Возможно, этот. И восстанавливается и выносливость. Сразу поменяю вот этот. На хороший. Плюс 27. Так 108, так 112. Ну, такое что. Не сильно, не сильно. И еще вот это у нас что? Нейтрализует действие токсично. Это пока надо. Повышает запас здоровья. Надо. Количество энергии получаем от успешных атак. Но в принципе тоже надо. И это этим я вообще не пользуюсь. Хотя она очень прикольная. Я считаю, она очень прикольная. Особенно при борьбе с этими роботами, допустим. Но для этого надо много очень энергии. Что поставить? Давай вот это поставлю. Получение энергии плюс 50. Это поставлю. Вот это может убрать. Потому что, как бы, я
Я думаю, экспериментальный имплантат активируется резким выбросом адреналина, поддерживает пользователя в состоянии повышенной боевой готовности, когда тот ранен или находится в опасности. Побочные эффекты, возникающие при продолжительном использовании, пока не изучены, поэтому доступ к импланту имеют только избранные сотрудники службы безопасности. Я избранный, понятно, блин? Я убираю вот это вот и ставлю еще одну хилку, потому что я заебался часто умирать. А умираю я часто, потому что жалею эту хилку. Оставляю на потом. А до потом дело никак не доходит. Еще я могу... Могу ли я что-то улучшить уже? Третьего левела ни у кого нет. Опа. Головешка есть. Это роботы, наверное, с третьим уровнем. Да, давай улучшим. Голова повысили, защиту, это хорошо. Руки можно. Да-да. Да-да. Не хватает одной штучки. Но ноги хватает. Все, осталось только рука. Саблю тоже давай. Сабля теперь мощная будет. Туловище и руки осталось отрезать. Все, теперь более мощнее стал. Мне бы еще установить имплант на энергию, чтобы было больше энергии. Мне кажется, это мало. Сколько там? 100? 80? Пойдем сюда сразу. Мы открыли шорткат этот. Блять, успел, да, ударить? Урюк. Мне нужно туловище. Ой, закончилась выносливость. Туловище и руки. И будет все прекрасно. Теперь я понимаю, зачем ты здесь на самом деле. Все уничтожить. Все, что они затеяли, избавиться от меня, как этот Чавес. Уверяю, это лишь боли роста. Еще бы немного времени. Но нет, все должно случиться сейчас. Все должно быть идеально, или хотя бы казаться таковым. Я не дам тебе уничтожить нашу единственную надежду, просто потому, что это ранит чью-то нежную душу. Они какие-то все прибабаханы, эти ученые. Это управляет дверью лаборатории 02. Я могу открыть дверь в лабораторию 02 какую-то. Стоит ли ее открывать сейчас или не стоит? Не знаю. Давай заберем у него руку. Я еще не полностью собрал комплект этот. Ебать. Вот это я чуть не просрал. А вот это я просрал. Блять, улучшил, да? Улучшил свой костюм и выхватывает такого охеренного леща. Аккуратнее надо с этими ботами. Я хотел установить вот эту вот херню. Надо ботами с ними драться. Можно поставить какой-то другой бот. Он не пойдет сюда за мной или пойдет? Так, давай дверь лаборатории я открою потом, когда зачищу вот эту вот локацию. Правая рука. Раз. Раз. Бля, не хватает энергии. Как-то странно получается. То просто, то сложно. Я понял, если я нахожусь рядом, после своей мощной атаки он поднимает свою дубинку еще раз и хочет меня ударить. Поспать, чтобы открыть соединенную с ним дверь. Тут какая-то с ним дверь соединена. Это дверь. Лаборатория 12. Не понимаю, где находятся эти лаборатории.
Есть. Есть курить. С этих роботов дохуя сыпется запчастей. Потому что их нужно два раза убивать. Правильно же? А, я не поразбирал. Не поразбирал запчасти. Ну ладно. Я только что получил сообщение от Мэри Шоу. Тебе это имя ни о чем не говорит? А должно быть, черт возьми, ведь это сестра Майкла Шоу. Кандидату на участие программы не должно было быть друзей и родных. Это все на твоих плечах. Надеюсь, ты уладишься быстро, не привлекая внешнего внимания. Полезная информация очень, блядь. Ну не должно быть. За подъемник не работает. Шорткат. Потом приду сюда, откуда-то. Снизу. Так, давай двери открою попозже, чуть-чуть немножко. Я не знаю, что они откроют, что они запустят. Сейчас, ладно, потом спустимся. Тут еще за этой колонной есть проход. Всегда во всем виноват только науку. Винят, да? Я взял инициативу в свои руки. Я нашел выход из ситуации. Не припомню, чтобы еще кто-то поднял руку после провала решения. И зачем этот скорот нужен? Ну, если что, я... Если кто не знает, не получаю урона от кислоты и дыма от этого, потому что имплант стоит там. Что за дверь я открою? А, я ее наоборот закрыл. Лаборатория 12 закрыта. Стоять. Он все еще где-то рядом. Играет с нами, играет. Это для чего-то нужно, правильно? А для чего? Управление двери лаборатории 01. Ладно, пусть здесь будет закрыто. Она была открыта, эта дверь, когда я пришел. Значит, ее для чего-то нужно закрыть. Не знаю для чего, но для чего-то нужно. Или нет? Сейчас посмотрим. Давай спустимся. Куда нас приведет эта дорога? Я этого не потерплю. Годы трудов. Все ради блага человечества. Кто-то должен делать грязную работу. Они слишком боялись запачкать свои наманикюренные руки. Да что ты. И каждый, сука, придурок считает, что он делает все правильно. Давай заберем у этого ногу, попробуем. Как раз она у него одна. Блять. Сзади подошел. Я прыгаю назад. Прыгаю, блять. А я его не вижу. Я слежу за своим здоровьем и за имплантами, чтобы переключиться, блядь. Хер с ним, сейчас быстренько сюда придет. Я кое-что собрал, да? Можно. Тулащий руку собрал. Давай попробую улучшить. Есть туловище. Защиты хоть чуть-чуть себе подниму. Потому что что-то получаю я. По лицу очень много. Создать можно руку и голову. Но мне еще нужно туловище и нога. Поэтому пока не буду. Чтобы сохранить интригу, я не буду пока создавать. Надо убрать этот имплант, который тормозит их. Я только путаюсь с ним. Так бы я быстро переключился на ХП восстановление. Можно спуститься он вниз. Или это я там как раз к ним и прихожу снизу. Не знаю. Пойдем попробуем. Поставлю нам нормальный имплант на ХПшку. Ой. Ой.
со старта, блядь, начинается. Ну, оно нормально замедляет его, просто нужно... Нужно нормальный имплант найти, который уменьшает потребление затрат энергии на всякие... Блять, ну они пиздячат. Просто, пол хп сразу. Так, я думал, тут еще кто-то будет. Может, я закрываю двери в лабораторию, чтобы они все не ринулись на меня откуда-то. Надо еще вычислить, какие закрывать, какие открывать. Пойдем вот так. Тут вот стоит, я его что-то не заметил. Но же он ходящий. Слева вправо. А, там он другой ходящий. Их тут двое, поэтому у этого я просто так постараюсь убить. А у того заберу ногу. Че я стою, получаю? Чего не уворачиваться? Это очень странно. Отвлекаюсь на какую-то левую херь. Заходи, друг. Он там, наверное, не один. Много слишком шагов. Ты меня что, не видишь? Я же говорил. Еще один. Охуеть. И еще трое, блядь. Надо закрыть эту дверь, хуя. Наверное, для этого я и закрываю. Четверо, блядь. Да ты хоть мне не мешай. Все равно выносливости мало, значит нужно поставить имплант на выносливость, наверное. Я правильно иду? Может, надо как-то по-другому? Пошел нахер. Но далеко не дойдет. Блять. Я ошибался. Ошибался, что он далеко не дойдет. Путаюсь, я путаюсь в трех. Имплантах. Очень сильно причем. Во. Лаборатория 02 закрыта и защищена. Не дайте ему обмануть себя. Он может быть где угодно. То есть я их... А, что я взял? Я пока читал. А, вроде ничего такого. Было бы, оно там светилось, я думаю. Я, то есть, таким образом немножко наебаю их, да? Его или их. Ну, бля, четверо. Мы не слишком стары для пряток. А, я бегу к этому чуваку. Выходи, выходи, где бы ты ни прятался. Сюда нужно идти. Да, то эту дверь тоже надо закрыть. И вот это перезагрузить. А, эта дверь закрыта. Значит, не стоит ее трогать.
Да. Пошел. Неплохо так. Я не могу просто. Как так много, как так жестко? Меня аж дар речи отобрало, блин. Ну, вот так вот хорошо, так мне нравится. Когда они даже не получается у них ударить. Ну, когда он пиздюхает. Ну, вздыхает он, как какая-то, блядь, сатана. До сих пор вы мне доверяли, ведь вы все хотим одного и того же. Мы изучили все возможные пути, что риски существуют всегда. Я могу гарантировать эффективность утопии. Я знаю, что правление смущает цифры, но подумайте об этом как о генеральной уборке. Глобальная проблема будет решена в пределах одного поколения. Просто численность поколения сократится сильнее, чем мы думали, но это ведь даже к лучшему. В конце концов, уже больше 100 лет мы не знаем, как решить проблему с перенаселением. Ну понятно, они, короче, хотели решить проблему за счет человеческих жизней. Я сейчас, походу, все делаю правильно. Как не работает? А, я не перезагрузил цепь. Сейчас все заработает. Эй. А что я тогда перезагрузил? Какой-то другой подъем. Там какой-то тоже, помню, не работал. Где это было, уже не помню. Но эта херня повела наверх цепь, которую я только что перезагрузил. Значит, мне нужно куда-то наверх. Туда идти мне точно не стоит. Посмотрим, куда она приведет меня. Я тут не добил одного типочка, но, наверное, уже вернулся на свое место. Или он просто упал. Опа, что это? Рудолома. И этот не работает, этот подъемник. Странно, куда же дальше? Наверное, я позакрывал все двери, наверное, мне сюда. И вот здесь вот спуститься по лестнице. Туловище я вот у этих ребят не забрал. Все забрал. Вон, мне, короче, нужно наверх, получается. Нужно наверх, как это сделать? Наверное, пройти по прямой. По прямой там закрыто. Что мне для этого нужно сделать? Я там что-то перезагрузил, какую-то цепь, что она мне открыла? Ну, я открыл лабораторию. 12. Вижу, у нас ящейка, больше не могу этого допустить. Ну давай закроем. Для чего я их закрываю, открываю? Мне куда-то надо. Он еще здесь.
Давай попробую открыть. Кого-то запустить. Закрыть и отпиздёхать. Хуя, закрываем. Ой, 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 ой. Это вот когда он пришвартовывает меня, это очень больно. Как же ж больно, я просто вообще возмущен. Немыслимо. Кого-то еще запускаем. И по очереди так их от. Давай с другой стороны. Там с другой стороны тоже можно одного сюда выцегонить. Ну ты скользкий тим, да? Моим друзьям уже не терпится поздороваться с тобой. Да сейчас поздороваемся. Жди. Вот, что вот это вот? Для чего я перезагрузил эту херню? Тихо, тихо. Тихо, тихо. Добиваем, разрубаем пополам. Хилиться пока не буду. А сейчас можно и похилиться. Двоих я отрезал. Есть еще один и второй. Еще, наверное, есть несколько. Вон там он, видишь? Одного закрыл или двоих? Одного. Хитро, сука, хитро, блядь, получилось. Я не мог и рассчитывать. Ты куда? Что это за, блядь, развод века? Бежал, бежал, развернулся, начал драться. Я сейчас часы отъеду. Как гопник какой-то поступил. Отвел меня в уголок. Мне кое-какие-то надо позакрывать, кое-какие-то надо пооткрывать. Или все надо закрыть, а вот эту открыть. Нет, наверное, все. Я все правильно сделал. Ёб твою мать. Вот этого я не хочу. Надо руку у него. Какой-то фиолетовый. Красный, не красный. А, выносливость, где ты? Вернись. Страшно? Естественно, как страшно. Не забрал я у него руку, там была возможность, появилась. Ой, он еще и встает. Но у меня быстро спала энергия. Легко тыкать пальцем других, да? Так скажи мне, тоже настоящее чудовище? Волк, пожирающий овец, или охотник, убивающий его волчат.
Серьезно, я тупо со страху запаниковал. Я не хотел умирать, я и так очень далеко дошел. Пока с этими разобрался, пока там закрыл, там открыл, там выманил по одному. Так что, ну, остался я без этой херни. Внимание! Активирован аварийный протокол для сохранения содержимого контейнеров. Открываю контейнеры. Ты ведь не думал, что я позволю тебе пожертвовать будущим человечеством лишь потому, что у кого-то проснулась совесть? И что теперь? Прикончишь меня как хороший мальчик? Хладнокровно убьешь? Ты ведь понимаешь, что это ничего не изменит? Видишь ли, уже слишком поздно. Сука ты. Пытливый ум не нравится. И потом, что пользу жить о том, чего не воротить, верно? Что сделано, то сделано. Что, черт возьми, с тобой не так? Ну давай, я послушаю. Призыв к правлению. Да, вы спасаете всего 5%, но успеете спасти хотя бы их. Я жду объяснения, мое терпение на исходе. Только силы зря тратить. Ты не видишь, или, может быть, просто не хочешь видеть, что я пытаюсь спасти человеческую расу. Не просто отдельный вид. Нет, я хочу спасти всех нас. Мы несовершенны, неполноценны. Видишь ли, мы еще не готовы вновь войти в рай. Мы просто не сможем там выжить. Но мои Homo machinalis все изменят. Они живое свидетельство тому, что мы можем быть чем-то лучше. Мы, каждый из нас, вместе сможем заполнить мир будущего. Величественные обитатели новой утопии. Чувак, это безумие. Ты болен. Ох уж мне эти подборники морали. Всегда готовые первыми поднять свой меч, пряча за собственным лицемерием. И часть была такой же, отказывалась признавать свои ошибки, даже когда поступили первые отчеты по решению. Я не утверждаю, что знаю истину, потому что ее не существует. Каждый занимает какую-то сторону, как правило, свою собственную. Добро, зло – все это субъективно, не имеет никакого смысла. Просто детская сказочка. С возрастом мы все еще думаем о смерти и стремимся возвыситься над ней. Та же сказка, только с другим названием. Один человек должен быть готов принести себя в жертву ради других. Ради многих. Целый вид важнее отдельного представителя. Что насчет Чавес? Да, и правда. Не видел ее с тех пор, как она устроила скандал и ее вышвырнули из моей лаборатории. Тем не менее, это прекрасная женщина и выдающийся ученый. Невероятный интеллект, доброе сердце и огромные амбиции. Не восхищаться ей невозможно. Но решение не сработало. Нужно было действовать и действовать быстро. И я знал, что нужно делать. Жаль только, что ее эго встало на пути. Ты знаешь, что происходит? Значит, ты знаешь, что здесь происходит. Это предположение меня очень льстит, но нет, даже мои возможности не безграничны. Знаю только, что в мою лабораторию ворвались разъяренная толпа, а все мои коллеги погибли, отупели или просто исчезли. Вот тебе и безопасность. А чем занимается правление? Все бодается и не может решить, запускать утопию или нет. Я передал им данные заключительного анализа несколько недель назад. Я все еще жду. Нам здесь позарез не хватает людей, способных принимать решения, походу. А утопия? Что насчет утопии? Понесу ясность. В отличие от решения, которое будет долгие годы медленно и мучительно убивать нас, мои наниты сделают все быстро и чисто. Я избавил человечество от лишних страданий, свежее начало, все с чистого листа. Для тех, кто выживет. Если, конечно, сейчас тебя это беспокоит. Правда, в том случае тебе не стоило... Блять. Как бы то ни было, думаю, с тобой все будет в порядке. Так что давай, ступай. Закури толстину сигару, наблюдая за апокалипсисом и своей стеклянной башней, как твои друзья. Я не тот, за кого ты меня принимаешь. Лысый ты мудила. Боюсь, это ошибка, не работа направления. Может быть и так, а может быть и нет. Какая сейчас разница? Это место летит прямиком в ад, и мы вместе с ним. Может, мы уже там, просто пока еще этого не заметили. Значит, эти железные дровосеки — наше будущее? Так себе видок, да? Но правда редко бывает красивой. Считай это улучшением, необходимым, чтобы выжить в мире утопии.
Наши тела из плоти несовершенны. Нам не пережить грядущего. Если, конечно, ты не убежишь, поджав хвост в башню хозяина. В отдельности нам хватает силы духа бороться за свою жизнь. Но как виду, нам необходим стимул. Нельзя победить ничем не пережертвовав. Я лишь хотел дать всем равные права и возможности создать утопию для всех. Пошел ты нахер. Думаю, мы закончили. В таком случае, инспектор, если возражений нет, мне нужно вернуться к работе. Ужасно важное дело. Ужасно важное. Ну, короче, это он все придумал. Все вот это вот наниты, всех вот этих... Может, наниты и не он, а вся их команда, а вот этих роботов, которые заменяют... О, записулька. Марк Дин, идеальный кандидат для программы. Пару недель назад мы буквально подобрали его на улице и отправили сюда трудиться. Чистый лист, мы прогнали его ДНК по внешним базам данных, каких родственников. Он так счастлив, что ему есть где спать и чем питаться, что он с радостью подпишет все бумаги. Опыты ставили на этих чуваках. Ладно, давайте на этом закончим. Всем спасибо. Продолжим в следующей серии. Я даже теперь не представляю, куда дальше. Туда как-то надо попасть. Я перезагрузил какую-то силовую цепь. Я, возможно, сейчас еще пробегусь. Я всех там убил. Посмотрю, куда дальше, чтобы в следующей серии сразу начать. Не тыкаясь в тупики. На этом всем спасибо. Пока. Так, я решил пробежаться, как и говорил. И открылся там экзолифт, заработал. И я прошел туда, куда я хотел пройти. Решил включить запись, потому что тут есть что-то интересное. Давай посмотрим. Тут лежит труп, лежит робот. Простите, что так долго не могла с вами связаться. Вашего брата перевели в исследовательский дел на 17 этаж. Из-за специфики работы не будет возможности, блядь. Специально включился, чтобы показать, что я что-то нашел интересное. И, сука, как рахит какой-то. Короче, кто успеет, кто интересуется, мотните назад прочитать. Сейчас покажу, откуда я именно пришел. То я так загадками сказал. Пришел, куда хотел. Тут было два робота, я их побил. Вот, оттуда я приходил обычно. Вот там этот доктор. Сюда я хотел добраться. Здесь я взял, был имплант, пирамидка. Оздоровитель. Ничего интересного. И здесь вот на столе я нашел журнал. Журнал. Вот этот вот, 44 Iron Mouse. Их, походу, здесь все 44 штуки, что ли, в этой игре. Это интересно. 44 штуки, это очень много. И каждый можно где-то найти. Даже надо знать места. Давай посмотрим, куда я приду. Ну, скорее всего, приду туда, куда я не думал. Ну да, правильно, заработали эти все экзолифты. Я теперь пришел к началу. По-моему, после этого у нас изменится локация. Здесь появятся новые. Да, здесь появятся роботы, он, которые висят на потолке. Лежащие на полу. И там тоже уйдут люди и появятся роботы. Здесь я пробегу. Выйду, покажу, что здесь мяско уже. Ходят только роботы. Все, он горит. Всех тут покромсали. Введена изоляция, необходимо очистить участок. Все, ладно, вот таким вот образом мы закончим. Сейчас спасибо всем. Пока.